Друзья, привет! Сегодня 25 июня 2022 год, суббота, Йом-Шаббат. Открываем портал Ynet и читаем статью касаемо протестов в США в связи с отменой о решении суда по абортам. Ну, сейчас будем читать и разбираться. Итак, заголовок. Мехаот негет псикат абалот. Мавгиним цару. על בית המחוקקים באריזונה, דגל ארצות הברית הוצד בוושינגטון. מחאות את הפרטסטי, מחאות נגד פרטסטי פרוטיב, פסיקת ההפלות, סלובה הפלה את האבורט, פסיקה את הוירדיקט, סודיבני וירדיקט, תויס פרטסטי פרוטיב, וירדיקטה, касаемо закона о абортах. В двух словах, было решение суда в свое время, что можно делать аборты в некоторых там штатах или во всех штатах, я уж точно не знаю. И вчера был вынесен вердикт, который предыдущий вердикт отменил. То есть в некоторых штатах теперь нельзя делать аборты. Ну, здесь, по-моему, речь идет про штат Аризону. Но, опять же, нам тут нужно больше как бы с ивритом разбираться, нежели с политикой, поэтому давайте идти дальше. Мавгиним цару альбета мехокеким бе Аризона. Демонстранты блокировали законодательное собрание бейт мехокеким в Аризоне, в штате Аризона. Дегель арцот абрит, флаг США, уцат бе Вашингтон, был подожжен, то есть его подожгли, в Вашингтоне, то есть в разных местах, там горячие точки, можно так сказать. Битуль псак адина истории шейтир бицуа палот хецит шурат афганот берахаве арцот абрит хелькан афидар деруля алимут. Битуль псак адин, отмена, псак адин — это судебный вердикт, отмена вердикта, исторического вердикта, который в свое время, в свою очередь, позволил итир бицуа, полет, позволил проведение абортов. Эцит шурат афганот, поджег, дословно, но имеется в виду, как бы спровоцировал целую серию, на иврите это строка, но это серию или целую цепочку демонстраций афганот берахаве арцот абрит по всем штатам Америки. Во всех штатах. Ну или в штатах, можно сказать, в разных местах. Хелькан афидер друля лимут. И некоторые из них, имеется в виду афганот, демонстрации, даже скатились к насилию, да? Идер дру скатились ля лимут. То есть насильственными стали. Бе Аризона уфсеку, уфсека ешивата сенат. Бе амехокеким пуну меолама диюним. В штате Аризона уфсекающий вата сенат было приостановлено, прекращено заседание сената, и законодатели амехокеким пуну были эвакуированы, были вызволены меулама диюним из зала обсуждений заседаний. Потом цитата: анахну мухзаким кибнеа руба, мы содержимся как бнеа руба, это заложники, то есть нас здесь держат как заложников. Цейца сенаторит. Цейца — это твитнула. Вот дословно твитнула одна из сенаторш в Твиттере. Бе Вашингтон абира мафгиним нишмеу мериим муль дегель американи ше алаба эш. А в Вашингтоне, столице, бе Вашингтон абира мафгиним, демонстранты, нишмеу, были услышанными. То есть было слышно, как они мериим или ария, это выкрикивать лозунги, скандировать, как они скандировали, перед американским флагом, который аля баэш, это дословно поднимался в огне, имеется в виду горел огнем. Ребят, тут очень много интересных слов, и опять же, обратите внимание на пассивные залоги. Начнем сначала. Значит, слово апаля. Апаля, дословно, это сваление, слово свалить, ляпиль, от слова липоль, упасть. И поэтому слово «апаля» — это аборт.
Слово «псика» — это вердикт от глагола «лифсок». «Лифсок» — это как бы вынести вердикт, постановить. Поэтому «псика» можно сказать как постановление суда. Слово «меха'а» изначально — это от глагола «лимхот». «Лимхот» — это с предлогом «аль». Всегда «лимхот аль» — это выступать против чего-то, выражать какой-то протест. И против чего можно сказать «лимхот негед», «лимхот аль». А вот слово «мавгиним» — это демонстранты. И отсюда слово «афгана». Еще раз. «Меха'а» — это протест. «Афгана» — это демонстрация. От глагола «демонстрировать» — «лявгин». «Биньян и филь» — корень, фей, гибель, нун. «Цару» — блокировали. Есть слово «мацор» — блокада от этого глагола. Инфинитив «ляцур», как слово «латус», «лазус», тоже с предлогом «аль». Блокировать вход-выход, то есть окружить в какой-то мере тоже. Слово «мехокек» — законодатель. В данном случае законодательное собрание, «бета мехокеким», но мы говорим «собрание» как место, где собираются законодатели. И от глагола «лехокек» — вам знакомо слово «хок» — «закон». «Лехокек» — это «издавать закон». Как будто мы говорим «законить что-то», да? То есть не узаконить, а именно создавать закон. И отсюда в настоящее время «мехокек» — это издающий закон, то есть законодатель. Можно так перевести. «Уцат» — от глагола «легацит» — поджечь. В настоящее время «биньян и филь», в настоящем времени «мацит». Поэтому «мацит» — это не только «поджигаю», «поджигает», «поджигаешь», но это еще и поджигалка, то есть зажигалка на иврите, естественно, мужского рода, потому что буква ТАФ это третья буква корня, а не окончание женского рода. И поджог на иврите будет словом от глагольным существительным. Гацата, как в слове ляавин, понимать. Авана, ляхин, готовить. Ахана, лягацит, гацата. Битуль, отмена. Битуль псакадин. Псакадин, мы сказали, это судебный вердикт. Битуль — отмена от глагола «леватель» — отменять. Этир. Этир — это глагол «позволил», «сделал». Это антоним слову «асар». «Асар» — это «запретил», «лесор» — «запрещать». Отсюда слово «исур» — «запрет», «асур» — «запрещено», «нельзя». А его антоним будет «леатир». Отсюда слово «мутар» — его страдательный залог. То есть «можно», «допущено», «допускается что-то делать». А если мы что-то позволяем, допускаем, то это уже ле-га-тир, биньян и филь, и так далее. Бицуа — выполнение, от глагола левацеа. Опять же, а полет — это аборты. Леопиль, на иврите, это свалить или пережить аборт. Шурат афганот. Вот здесь такое выражение, эцит, то есть вот этот битуль, это отмена, подожгла. Мы сказали, это как запустила, то есть провоцировала и являлась как бы фактором. Шура — это линия, не линия, а строка или ряд, можно сказать, ряд демонстраций, цепочку. И опять же, «берхаве арцотабрит» — это в США, можно сказать, просто «берцотабрит». «Хелькан» — это часть из них. Часть из них дословно мы говорим, переводим как «некоторые». И «дардеру» — от глагола «леги дардер». «Леги дардер» — корень «дардар». «Биньян итпаэль» — это «скатиться». Как на английском escalated, только escalated — это наоборот наверх подниматься, но это имеется в виду, что как бы скатиться к чему-то, да, перейти к другой фазе. В данном случае алимут — это насильственность или насилие. В Аризоне было прекращено заседание. Теперь смотрите, уфсека — это страдательный залог от глагола лявсик — прекратить, приостановить. Слово ешива — слово заседать, сидеть, ляшевет. Пуну — были эвакуированы. Кто были? Мехокеким — законодатели. От глагола лефанот — это эвакуировать, высвободить и так далее. Даже доставить в больницу. Но в данном случае просто это, оттуда их как бы эвакуировать. Отсюда слово пинуй. Улам — улам с алефом — это зал. А слово диюним — от глагола лядун. Лядун — это обсуждать что-либо и проводить заседание. Обсуждать и проводить разного рода обсуждения. В общем, диюн, лядун — все это с предлогом аль. И какая-то сенаторша написала, мы как бы держимся мухзаким. Смотрите, если как бы сказать обратным залогом, то есть активным,
держать заложников, на иврите это будет ляхзик ке бнея руба, то есть держать как заложников, бнея руба заложники. Соответственно, страдательный залог будет мухзак мухзаким. И она имеет в виду, что мы здесь как заложники, в заложниках. Цейца от глагола лецаец, твит, твит. Это же тоже как бы звук, то есть пискнуть, пищать, это вот от птички, поэтому твитер, можно, наверное, сказать, твитнуло, цейца. Бира – это столица. Бе Вашингтон, а бира. В Вашингтоне как бы столица. Нишмеу – опять же, были услышаны, слышались, звучали, имеется в виду, то есть слышно было, как эти мавгиним, демонстранты, мериим, то есть как они что-то делали. Это как деепричастие, то есть они было слышно или слышали их скандирующими, то есть как они скандируют, мериим. Муль напротив, но это еще и перед чем-то, перед флагом. И последнее, которое аля баэш. Когда мы хотим сказать сгорел, мы можем сказать нисраф. От слова лисров сжечь, лисров, лехисареф, это уже сгореть, подгореть. А когда что-то в пламени горит, то на иврите говорят поднялся в огне. Например, дом сгорел, можно сказать абайт нисраф или абайт аля баэш. Если это она, альта баэш. И так далее. От глагола ля алот подниматься и всегда с дополнением баэш. Ребят, на этом все. Длинный такой разборчик. Ну, надеюсь, вам были полезны эти слова. Если кто-то хочет их еще лучше заучить, еще лучше правильно использовать, то, конечно же, напоминаю, что вовсю работает проект «Тренажер иврита». Ссылочки либо под этим роликом, либо под в ютубе ролики. В общем, вы увидите, найдете ее. Переходите, присоединяйтесь. Всего хорошего.